Всем привет! С вами Алина Гав. И сегодня посмотрите, сколько у нас грибов. Да, Алина с самого утра уже сбегала в лес и принесла ведро грибов. Но грибы — это что-то потрясающее. Такое впечатление, как будто бы их сделали из чего-то, с полимерной глины. Они такие красивые, они такие крупные. Тут есть от самых... Это просто невероятно. От самых длинных до самых коротких. На самом деле у нас их папа принес. Смотрите-ка. Боже, ну какие они красавцы. Это белые грибы. Это просто шедевр природы. Вот. Какие они толстенькие, какие они красивые. Один гриб, наверное, ну сантиметров 30. Вот, вот этот самый длинный. Не обращайте внимания на посторонний писк. Надо приклеить. Наша Микулька стала мамочкой, и она нянчит своих пупсиков. Боже, Алина не может от них отойти. Ну, до такой степени красивые, огромные. Это просто огроменный гриб. Тут один такой грибочек добавишь в блюдо, и совершенно другой вкус и запах. Надо сделать пиццу. О, кому что, либо пицца. То, что надо сделать, это сложить их в пирамидку. Смотри, чтобы они не посклеивались. Давай фоточка. Да, вот это нам сегодня папа с самого утра подарочек подкинул. И я еще спала. Папа как залетел, я сразу вскочила. У нас несколько дней шли огромные дожди, и был немножко спад температуры, потому что у нас была жара под 40 градусов. И, короче, пошли грибочки, пошли родные. Так что едем опять по грибы. Да? Это наш папочка в разведку сходил. О, да, красота. Мы уже тут устроили фотосессию, что и что хочешь. Да, вот даже гриб согласился стоять для прямого эфира. О, да. Боже, ты что делаешь? Лес грибов? Да. Алинка решила их все поставить. Не, не все. Которая ставится, которая... Вот игрушка классная, да? Да, я в прошлом году делала пирамиду из грибов. Сделаем фоточку. Такое вот у нас сегодня приятное утро. Идем пока-пока, потому что котята уже сильно распищались. Это означает, что их надо выгуливать. Это означает, да, что им надо уделять внимание, и они у меня уже на подкормке, то есть надо их покормить. Так что всем пока-пока. Пока-пока. Классные грибочки, как будто бы сказочные. Мы уже столько нафоткались с ними. А запах вам не передать. Еще таких грибов не видела. Такие классные, толстенные. Такое впечатление, как будто бы их вылепили с глины, как Алина когда-то делала. Помнишь? Классные вообще, гляньте. Раз. Это моя идея. Мы уже с ними столько наигрались и нафоткались. Приехали из лесу на дачу, любуюсь грибочками, хочу показать. Мы их выкрутили специально, вот так вот
гриб выкручивается, чтобы грибница плодоносила еще раз и не один раз. То есть грибница будет плодоносить 3-4 раза. А если обрезать, так она уходит в состояние покоя и будет плодоносить на следующий год. Красиво, сейчас хочу вытащить. Также нашла вот такую вот елочку маленькую, красивую, очень красивая. Хочу ее посадить, может быть, где-то перед участком. Не на участке, потому что это отрицательное дерево. Ну, где-нибудь перед участком. И вот такой вот иван-чай. Очень-очень долго я его искала, не могла найти. Нигде он мне не встречался. Есть семена, буду сеять. И корневище. Правда, обломались половину, но я думаю, что этого тоже будет достаточно. Ну, по крайней мере, есть семена. Попробую.